Ребятки, всем привет! Снова с вами канал Романикс. И сегодня у нас... Сегодня мы не на копе. Сегодня я просто хотел поделиться с вами своим приобретением, что ли, или так сказать. В общем, хотел поделиться своим спонсором. Вот это будет правильно. Спонсор нам прислал сегодня вот такую вот посылочку. Вот такой конверт. Значит... Шалабанов Роман, это мой тезка из города Брянска. Все ссылки на него я оставлю под видео, в контактах, там, тролливали, везде, короче. Найти вы его сможете очень легко и просто. И давайте посмотрим, что же он нам сегодня прислал. Так, ну я его, естественно, вскрыл уже. Так, смотрите, друзья, это вот такая вот сумка для находок. А что внутри? А внутри супер чехол на Етрак. Объясню. Человек сам шьет из разных материалов. Сам шьет своими руками. Очень качественно. Очень обалденно. В общем, мне очень понравилось. Но пока еще я не применял. Ну вот с сегодняшнего момента буду одевать и носить с удовольствием. Очень качественный материал, очень качественные швы. Самое главное, вот это вот. Ну, который у меня здесь был, говно полное. По-моему, 600 рублей, что ли, я отдавал за него. Вот это в два раза дешевле. Но если мы посмотрим, какие здесь швы, какой материал и какая толщина вот этой пленки, то вы все сразу поймете. Почему вот именно такую я выбрал, объясняю. У меня на костюме нет ремня, поэтому вот это будет очень удобно. Очень удобная застежка. Чик, все, делов нет. Примерим. Так, не подходит. Без проблем, ребята. Под ваши пупки сделана специальная растяжка. Под ваши и наши пупки. Можем сделать потуже, можем сделать не потуже. Как хотите. Хотите так. Сюда хабар, сюда шмурдяк. Хотите телефон, хотите другой ништяк. Короче, вот таким образом. Это один из вариантов. Кому как удобней. Кто-то может сюда ее перекинуть. Ну, кому как удобнее. Мне удобнее будет вот так. И на правую, на левую сторону. Потому что здесь металлоискатель будет. Раз. Зачет. Давайте посмотрим. Теперь, как будет это все выглядеть на Етраке. Вот такой вот он у нас. Классненький. Плотно одевается. Ширинка. Застегивается. О! Так. Может, я что неправильно делаю? Ну, конечно, Василий Алибабаевич. Вот как он должен быть. Вот как он должен быть. И теперь шириночка. Оп, хорошо застегнулась. Смотрите, друзья, это супер. Смотрите, как все видно. Плотная пленка. Охрененная плотная пленка. Здесь все четко. Вы вот на эти лохмотки мои не смотрите. Вот, смотрите. Ну-ка, сейчас мы включим. Все видно отлично, друзья мои, посмотрите. Ничего не отсвечивает. Все прекрасно. Ага. Ты-ты-ты-ты-ты. Замечательно. Я очень доволен. Смотрите, как четко. То хабарницу забудешь, то еще что-нибудь. Находки трутся в карманах, то там... И то там, то сям. А здесь с такой сумочкой все будет под рукой, все будет на месте. Цены, ребят, цены у Романа очень адекватные, поэтому рекомендую всем, связывайтесь и берите. Повторяю, расцветку можно выбрать разную. Однотонную, там двух-трехтонную, какая, как она там называется. Если вы вообще какой-то там супер гламурный какой-то вам нужен, я думаю, Роман вам сошьет с вашим материалом. Пришлите ему свой материал, и он вам все сделает.
Доставка, пересыл, конечно же, это все стоит денег, но даже все вот полный вот такой, такой вот комплект, скажем так, да, это гораздо дешевле, чем в других магазинах. Ну, мы не будем их озвучивать. Но магазины, честно говоря, это штамповка, это говно, швы стрёмные, ну, просто, кто уже в это окунулся, тот знает. Это человеческие руки с нежностью и добротой для вас все делают. Романыч, тебе привет. Друзья, если вам понравилось, ставим лайки, пишите комментарии, если какие-то вопросы, я вам на все отвечу. В группе «Тамбовские кладоискатели» также мы выложим ссылки на Романа. А в дальнейшем для наших подписчиков, строго для наших подписчиков, мы устроим конкурс совместно с нашим спонсором. Будем разыгрывать вот такую сумку, вот такой чехол. Чехол на лопату, чехол на металлоискатель, на катушки, друзья мои, чехлы. И хоть на свой автомобиль. Роман вам сошьет все, что хотите. Ну, короче, вот как-то так. Вот такая вот у меня новинка, которой я очень доволен. Это теперь будет в комплекте с металлоискателем. Сейчас мы пройдемся вот по этим бескрайним просторам. Чуть-чуть покопаемся. Кусочек меди. Это шмурдяк, но это медь, и это денежки. Значит, шмурдяк мы будем ложить в большой отсек. Опа! И заодно почистили поле от ненужного хлама. Сигнал 15:34. 15:34, 16:35. Тролливали. Не очень глубокий. Примерно на пол штыка. Забыл включить. Иди. Я же говорю, это не гвоздь был, ятрак не обманешь. Вот она, пуговка. И вот по этому колечку мы видим, что это старая пуговка. Ничего на ней нет. Или, по крайней мере, сейчас не видно. Пуговку положим в другое отделение. Первое. Ладно. Иди глянь. Думал, монета. А это ни хрена не монета. О. Это, скорее всего, конинка, по которой я засадил лопаткой. Но согнул ее не я, друзья мои. Видите, какие узорчики. Старинная вещь в зеленой патине. Первая старинная вещь среди пробок. Сигнал был 09:25. И вот тебе, пожалуйста. Это из-за дырки. Так бы был нормальный сигнал. Так. Нашел не то, что искал. Ну, тоже находочка. Ну-ка, посмотрим. Вот он. И кузнечик тут как тут. О, какой тесак. Ну, это современный тесак. Это современный. Ручка сгнила, а колечко осталось. А ручка была, друзья, вот как вы видите, деревянная. Вот такое кольцо. Вот такой вот ножичек. Клепанный. О, он уже совсем сопрел, хрустит. Вот такие вот находки здесь. Вот такой нож. Вот такая вот монета.
Блять, наконец-то, да, я сниму. А знаете самое главное, что, друзья, смотрите, на какой глубине она лежит. Уа! Я прям был уверен, сигнал был 0,145. Я был уверен, что это... Был уверен, что это пробка. Обалдеть. Так, блин, по весу. По весу я бы не сказал, что это монета. Какой-то убитый кругляшок. Но это монета. Знаете, что напоминает? Напоминает 5 копеек 24 года. Но точно сказать не могу. А, ну точно, это он. О, это он! И я бы не сказал, что сохран-то убитый, ребятки. Видно вам что-нибудь? А? Вот так вот. Вот таким вот образом. На такой глубине. Обалдеть. Ну вот, ложим в какое отделение? Правильно, отделение для ништячков. Так, ну на этой приятной ноте мы будем заканчивать, ребятки. Всем советую приобретать у Романа вот такие вот сумочки, чехольчики. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, не пропустите следующее видео, а мы будем продолжать и радовать вас своими находками. До новых встреч. Пока.